Hello, my little friends! Здравствуйте, здравствуйте, мои маленькие друзья! И вы на канале «Английский для начальной школы». И мы с вами продолжаем учить алфавит. Вернее, мы его уже с вами выучили. А теперь мы его должны закрепить, то есть повторить. Мы должны его довести до автоматизма. Итак, повторяйте вместе со мной. Repeat with me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Какие вы умнички, у вас так здорово получается, вот так, молодцы. Теперь не забываем повторять по 5 минут, каждый день, ежедневно. Это должна быть тренировка. Итак, ребята, в английском языке, как мы уже и говорили, 26 букв. И буквы – это то, что мы с вами пишем и видим. Сегодня мы с вами из буквенной страны, из английского алфавита, мы с вами перенесем в страну звуков. Это Southland, страна звуков. Она огромная, всего в английском языке 44 звука. И я сейчас вам покажу огромный дом, где живут у нас звуки. Вот этот огромный дом, где живут звуки, называется транскрипция. Transcription. И этот огромный-огромный дом делится на такие подъезды, где живут краткие гласные у нас звуки, долгие гласные звуки, дифтонги – это сочетание двух гласных звуков, когда краткие между собой решили подружиться. И, конечно же, согласные звуки, которые делятся на глухие, которые говорим без голоса, и звонкие звуки. Звуки – это все, что мы слышим и произносим. Мы сегодня с вами познакомимся с несколькими краткими гласными звуками. Итак, давайте посмотрим. Вы, наверное, обратили внимание, что здесь стоят такие губки, а здесь вот рыбки нарисованы. Это у нас специальные подсказки, с помощью которых мы сможем с вами произносить звуки, а впоследствии читать и говорить, как настоящие англичане. Итак, вот эти губки означают, что мы с вами должны сделать мартышку. Мартышка – это у нас такое упражнение, мы должны с вами улыбаться и показывать зубы верхние и нижние. Это выглядит вот так. Наверное, это выглядит очень смешно на камеру, вы сейчас смеетесь, но это называется мартышка. Чтобы правильно его сделать, вы должны приготовить на урок зеркальце. Я его уже приготовила, а вы у мамы попросите вот такое дамское зеркальце. У меня оно вот такое зеркальце. Вот, приготовили, поставили на столик и делаем вот это упражнение. Умнички мои, вот так, растянули губки, молодцы. Молодцы. Итак, давайте произнесем первый краткий звук. И этот первый звук у нас называется звук «ы». 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 Повторяйте вместе со мной. «Ы». 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 Улыбайтесь и смотрите в зеркальце. «Ы». «Ы». У вас отлично получается. Умнички мои. Следующий звук у нас – это звук у нас «э». 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 Произносим, улыбаясь. Э, э, э. Молодцы. И еще последний звук, с которым мы с вами сегодня познакомимся, это звук э, только он такой широкий. Да, вы спросите, а зачем вы так широко ротик открываете? Так вот, этот звук у нас, чтобы его правильно произнести, нужно сделать рыбку. Нижнюю челюсть опустить вниз. Вот так это выглядит упражнение. Да, да, это очень-очень смешно. Опускаем, умнички, молодцы, опускаем, а потом произносим звук «э», «э», «э». Это вы когда, например, болеете, да, приходите к врачу, и врач говорит: «Широко-широко откройте ротик, чтобы посмотреть, здорово ли ваше горлышко», да, и вы так показываете «э», «э», и приблизительно такой уже у нас получается и звук. Давайте повторим еще раз «ы». Э, э, обратно.
аккуратно поднялись по лесенке. Э, э, ы. Умнички мои! Повторяйте по 5 минут ежедневно. А сейчас мы с вами познакомимся с правописанием этих звуков, потому что мы должны закрепить это. Развиваем все виды памяти. Слуховую – это ушки, мы слышим с вами, да? Зрительное – это когда мы с вами смотрим. И, конечно же, письменное – когда мы с вами пишем. И мы будем огромные молодцы-молодцы, будем учиться на пятерке. Итак, ребята, мы сейчас с вами будем прописывать краткие гласные звуки. Но для начала я хочу вам рассказать, что звуки изображаются. Буквы мы просто с вами писали, а вот звуки у нас изображаются в таких либо квадратных скобочках, либо вот в таких параллельных линиях. В квадратных скобочках у нас изображаются те звуки, я вот вам на примере подготовила книжку, как раз вам покажу и расскажу. Вот, видите? Вот у нас с вами транскрипция. Вот она. Видите, вот. Это у нас звуки тут живут. И вот они в квадратных скобочках. А вот в параллельных линиях, это вот у меня такой учебник. Многие из вас занимаются по этому учебнику. Вот они здесь. Вот видите? Вот они в параллельных линиях, вот здесь живут звуки. Когда мы с вами выучим все звуки, вы уже, не зная даже правил чтения, можете прочитать уже. Приступаем с вами к написанию звуков. Будем с вами писать в параллельных линиях звуки, потому что в вашем учебнике они в параллельных линиях написаны. Ставим вот так параллельную линию, раз, и пишем первый звук «ы». Первый звук «ы» располагается, обязательно пишите не на ребрышке, а в серединочке клеточки. Помните, как мы с вами букву «ай» прописывали? Вот он, первый звук у нас «ы». Напишем его сверху. Прописываем через клеточку звук «ы» и повторяем громко «ы». Все виды памяти с вами задействуем. Вот это письменную, слуховую и зрительную. И звук прописали, проговорили. Следующий звук. И. Умнички мои, молодцы. Вот он, какой красивый звук И. У меня здесь всего лишь получилось 3 звука, а у вас будет больше, потому что у вас тетрадочка больше, клеточки чуть поменьше. После звука И мы с вами напишем звук Э. Но не забываем про домашнюю работу. Вот вы сейчас вместе со мной прописали, потом время пройдет, опять вернитесь, откройте свою тетрадочку и пропишите еще строчечку звука «ы». Следующий звук у нас звук «э». Как же мы его напишем с вами? Также ставим параллельные линии, поставили линию параллельную. Вот у меня клеточка, да, чтобы красивый звук «э» написать, поделите ее пополам, эту клеточку. Вот в таком направлении. Пополам поделили и рисуем такой полукруг. Вот он. Нарисовали. У нас получился звук «э». Закрываем мы с вами параллельной линией. И сверху написали «э», чтобы мы не забыли с вами. А то вдруг забудем. Написали, проговорили. И не забудьте поставить ротик. Потому что, когда мы с вами будем прописывать, мы должны с вами, проговаривая, улыбаться. Э. Пропишем. Параллельную линию поставили, пополам поделили клеточку. Нарисовали этот звук, закрыли и сказали Э. Улыбаясь, мартышку не забывайте делать. Э. И еще параллельную линию. Нарисовали, пополам поделили клеточку, нарисовали такой полубублик, закрыли и сказали «э». Умнички мои! Пишем, домашнюю напишем. Не забывайте повторять. Вот. Звук «э». Следующий звук у нас тоже звук «э». Но это не обычный звук «э», ребятки. Это когда мы с вами должны произнести, сделать с вами рыбку. Рисуем параллельные линии. А чтобы красиво нарисовать этот звук, сейчас все вам расскажу и покажу. Смотрите внимательно. Этот звук мы должны поместить в одной клеточке.
Вот отсюда начинаем. Пишем, 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 пишем. Вот так. Довели вот до сюда. Да, такой получился у нас овал. Только не закрываем этот овал. Пополам поделили клеточку. Возвращаемся обратно. И вот они друг дружке у нас получилось. А вот тут у нас расстояние получается. И это у нас звук Э. Вот такой звук Э. Написали, чтобы мы про него не забыли. Закрываем параллельно линии и пишем. Проговаривай. Не забывайте проговаривать. Э. Умнички мои. Молодцы. Вот такая у нас веселая страна звуков. Используйте разные гелевые ручки. Это вот такой интересный предмет. Так. И еще звук Э пропишем. Не забывайте отступать одну клеточку. У меня тут места мало, поэтому я не отступила. А вы обязательно-обязательно отступайте. И проговариваем Э. Но это необычный звук. Помним, мы должны сделать с вами рыбку. Рыбку тут нарисовали. Ротик открываем. Э. Э. И домашний один звук. Пропишите. Вот он, наш звук Э. Молодцы. Домашнее задание. Повторяйте алфавит каждый день. Делайте те упражнения, которые я вам показала. Мартышку, рыбку. Пропишите звуки и повторяйте их. Если вы еще не подписались на мой канал, подписывайтесь. Ставьте лайк, если вам понравилось это занятие. Bye-bye!